Всем привет, это Matt Luckett's Channel, вы смотрите 32-ю серию прохождения игрушки Letters Path of Progress. В этой серии, я надеюсь, мы наконец достроим наш монумент, ботанический сад, который у нас строится, 5 шагов из 31 выполнено. И самое главное, нужно его достроить зимой, тогда дадут специальную ачивку, что вот мы завершили этот монумент зимой. Вот, ну как бы для этого нужно еще постараться ждать. Все такое. Так, безработица. В принципе, нормально. И нужен доступ к театру. Значит, здесь вроде всего хватает. Не хватает здесь только стали. Потому что сталь что-то у нас не так быстро производится, как надо. Может быть, нам еще увеличить производство стали. Или, может быть, здесь просто пара не везде хватает. Что здесь? Здесь работает. Здесь работает. Здесь работает производство. Или, может быть... Все на автоматонов уходит. У нас вот драгоценности что-то завались, кстати. Что-то никто их это не ест. Может нам продавать эти драгоценности? Так, кому можно продавать драгоценности? Так, кто хочет купить драгоценности? Давайте, признавайтесь, пожалуйста. Вот, это он хочет купить драгоценности, поэтому давайте будем ему эти драгоценности продавать. Вот, где он? Ну, 1200 хотя бы. Вот. Так, окей. Что там со сталью-то? Что вам не хватает? Может быть, еще, что ли, тогда одну построить? Добывалку. И вообще, теоретически можно построить еще добычу железа? Так, ладно, что-то не вижу. Мне сейчас в голову мысль пришла. Что если мы это железо просто будем покупать у кого-нибудь? Можно же его импортировать, надеюсь, или нет? Кто у нас продает железо? Так. Так, вот здесь железо, в принципе, продает Нимштадт, а сталь кто не продает? Так, нет, сталь никто не продает, но зато железо. Можно закупать лишнее. Давайте это будем делать. Что-то у нас я побыстрее построил. 2400. Так, и нам нужно еще две доменные печки тогда, чтобы это все перерабатывать. Так. Так, давайте я вот здесь вот поставлю так, заграждение еще одного смотрильщика. Мы поставим здесь две доменные печки. О, как раз они хорошо помещаются. Вот здесь две доменных печки. То здесь у нас еще будет маленький, очень маленький рабочий квартал. И, надеюсь, здесь не сильно повлияет на привлекательность нового здания, которое мы здесь понастроим. Вот, я очень надеюсь. Так. Кстати, по-моему, здесь можно всех уже выключить. Новые дома, 39 рабочих. Что там опять? Че, вы че уходите? У вас что там, рыба что ли закончилась или че? А, у них, по-моему, рыба закончилась. Так, да, кстати, насчет рыбы и всего такого. У нас сколько кварталов? Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас у нас, короче, где-то закончится рыба, и, короче, все будет плохо. А на эти пять кварталов нам нужно 10 домиков рыбы. И, кстати, мы, по-моему, продаем рыбу какую-то лишнюю на экспорт. То есть мы, давайте, рыбу не будем продавать. Все, рыба у нас больше не продается. И нам нужно 10 домиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть нам еще 2 домика нужно рыболовных обеспечить. Так. То есть как бы, чтобы уж совсем уж это все было хорошо. Так, ну или хотя бы вот 9. И ничего не продавать больше. Хотя бы вот в таком режиме. Потому что так, 10-й куда мне воткнуть? А сюда может, кстати, ставится 10-й домик. Вот, отлично уставился, да. И вроде даже до него все доходит. Нет, до него не доходит. Если я так сделаю. Так, до него доходит, но редко. Так. И как же тогда эту проблему решить? Так, ее, в принципе, решить можно так. То есть нам здесь надо будет дорогу как-то реорганизовать. Очень хитрым образом вот такую вот какую-то очень страшную петлю сделать. Поставить здесь вот. А, и у нас тогда будет не до всех доходить. А, окей, ладно, давайте тогда еще одного смотрителя построим. Раз уж... Так, и по-моему здесь тоже будет не всегда доходить. Давайте тогда смотрителя вот так построим. Вот, все. Чтобы уж совсем точно.
всем точно до всех все доходило. Так. Чтобы там рыбы на всех хватало. Так, окей. Вас что там? У вас все еще не хватает стали. Так. Стали не хватает. Сталина на вас не хватает. Так, что сидим на? Что не работаем на? У Сталина. Так. А, там, по-моему, еще и автоматоны отвалились из-за того, что нам у нас безработица. Ой, что нам 82 рабочих нужно. Господи. Так, это опять какой-то рыбный кризис, что ли? Ну, по-моему, он не такой уж прям это ужасный, как был в прошлый раз. Так, ну чё, как мы его разрешим? Давайте мясо разрешим ненадолго. Все равно я здесь почему-то завалы мяса. Зачем-то, я не знаю зачем. Вот мясо вам хотя бы это отдадим. Все, давайте. Развивайтесь назад. Мясо есть. И мы его... А, давайте пусть он... Оно у них всегда будет мясо. Ага, здесь вот лишняя пшеница. По-моему, это мясо никто не ест почему-то. Совсем никто не ест. Ой, мои богатые люди все убегают, потому что там что-то рабочих не хватает опять. Но сейчас они появились, потому что им мясо отдал. Доступ к театру, сейчас он пройдет театр. И все там, короче, опять становится, и все будет хорошо. Так, окей. Так. Безработица 1%, вроде все должно восстановиться. Сейчас богатые опять обратно забегают. То есть они не успели убежать, они уже обратно прибегают. И здесь еще у нас опять автоматоны появились. Песок и сталь есть, это хорошо. И мы наблюдаем за тем, как они, значит, это строят. Так, почему-то не могу это окошечко передвигать, оно всегда по центру. Так, ну ладно. Там еще нужно стали. Сталь, давайте, вот везут сталь. Окей, давайте. Может быть, наконец уже какое-то здесь здание начнет появляться. А то здесь что-то это только стройматериалы по всей площадке рассыпаны, раскиданы. Так что это как-то это не очень впечатляет. Так, песок там, что, сколько у нас песка? 3600, то есть мы еще на несколько стадий можем спокойно этот песок тратить. Скоро мне 100 тысяч будет денег, то есть денег у меня завались просто это. Можно как это, дядя Скрудж вот это, с разбегу прыгать в эти горы золота, горы монеток. И получать себе переломы разной степени тяжести. В зависимости от высоты, с которой в эту гору монет прыгаешь. Так, тем временем у нас здесь уже что-то уже почти достроено. По-моему, нужно больше стали. Я же ведь все скупаю, что могу, да, 2400. Угу. Сталь завозят. Вот, уже что-то новое появилось. Здесь у нас будет ботанический, видимо, сам сад. Здесь у нас какая-то пристроечка. И для дальнейшего развития здесь нужно стекло. Вот. А, в принципе, мы можем стекло из песка как-то перерабатывать, а можем просто закупать. Давайте будем закупать стекло. Ага, и будем дальше следить за развитием, значит, нашего проекта. Стали стекло. Шаг 10 из 31. Уже что-то интересное происходит. Так. А, что там у нас, кстати, с меценатами? Давайте их везде посадим, где только можно. С кем мы там торгуем еще? Здесь. И здесь все, мы с четырьмя городами торгуем, насколько я помню. Вот почему они здесь вот не помечаются сразу на карте, с кем я торгую. Приходится по ним щелкать, смотреть, с кем я торгую, с кем нет. В общем, это не очень удобно. А что здесь? А, Мангальфьер, кстати, это что такое? Кто такой вообще? Мангальфьер. Что вот в этом вот столбике происходит?
хорошо, я не знаю, что там происходит. Там как-то я никогда не смотрел в эту сторону. Мне что-то даже стало интересно, что там такое интересного происходит, совершенно непонятного. Так, десерт у нас не полностью это все. Ага, наряды здесь еще не допроизводились. Ага, окей, ну там вроде все нормально. Сейчас безработица 7%, все терпимо, все замечательно. Вам нужен театр, но как-нибудь обойдетесь. Потому что меня совершенно уровень безработицы устраивает. И сейчас мы ждем, когда у нас стекло наконец закупят, завезут. Вот, стекло уже какое-то есть, у нас везут его, стекло. И... Да, еще нужно стекло, больше стекла. Для бога стекла. Угу, вот куда-то эти автоматоны пропали, кстати. А, вот, один наверху вижу. А вот одного вижу, где еще есть. Еще где-нибудь есть автоматоны. В общем, что-то пока их нету. То есть, видимо, когда у нас завезут следующую партию стекла, у нас появится где-нибудь еще вот здесь, вот, например, еще здесь, здесь. И только потом что-то уже дальше будет происходить. Так, но стекла все еще не хватает. Вот стали уже хватает, а стекла уже не очень. А, вот стекло партию везут. Ну-ну. Ага, вот один появился здесь, как я и предполагал. Да, еще нужно стекло, еще сталь. То есть, видимо, вот эта полоска будет потихонечку заполняться, пока здесь вот меня довозят. Здесь будет лишний автоматон появляться, и потом внезапно здесь появится какое-нибудь такое стеклянное здание. Или что-то в этом роде. В общем, вот. Так, по остальному здесь у нас безработица то, что надо. Потому что, по-моему, все на поля вышли. И так что я думаю... А, здесь привлекательности не хватает, театра здесь не хватает. Давайте я вам дам театр. Так уж и быть. И давайте так уж и быть, я вам эту привлекательность увеличу. Так вот и... Да, вот как бы не всем, но вот части я увеличу. Все. А тем временем у нас здесь вот дальше что-то происходит. Стекло уже заводится. Здесь что-то вот все еще нарядов не хватает. Наряды же вон на складе лежат. То есть у меня все с нарядами должно быть хорошо. Вот, видимо, не все наряды до наших богатых порталов доходят. Да, в принципе, это уже не важно. У меня и так дофига денег, меценатов я нужных там набрал. Теперь мы просто ждем, когда он наконец застроится. Так, раз, два. Вот стекло еще везут. Но еще стекла недостаточно. Так, давайте ускорим. Угу, здесь у нас то пролетает, то улетают. Горячий источник там у них что-то не дошел. Безработица нормальная, 11%, то что надо. Опять у меня куча мяса, которое девать некуда. Может мне его экспортировать, кучу мяса. Давайте я буду экспортировать. У меня слишком много мяса производится. Перед производством мяса какое-то. Так, здесь у нас, ага, еще появились автоматоны. То есть вот уже на трех башнях, раз, два, и вот на третьей. Есть еще посередине чувак, что-то не знаю. Собирает. Угу. Я уже на 10 тысяч перемахнул. Почему-то ачивки нету за получение таких больших денег. Ну ладно, нет так нет. А мы тем временем смотрим дальше, что здесь происходит. Давайте немножко в ускоренном режиме. Так. Угу. Что-то ничего нового интересного не происходит, так медленно все строится. Так, так, так. Мясо вроде продается, рыбы сейчас завались. Он сейчас ее уже слишком завались, поэтому, наверное, одну из них я могу отключить. А, ну или излишки продавать, ну, лучше я отключу, у меня так денег навалом. Так, вот еще что-то появилось новое. Но, видимо, пока эта полоска не заполнится до конца, там новые эти вот здания не появятся, только будут какие-то лишние роботы появляться. Окей. Ждем дальше. Безработица 9%.
Все хорошо, все замечательно. Все везде изобрели. Так, вам чего не хватает? Ух ты, теперь сюда еще ячмень начали загружать. Так. Может мне, кстати, еще один амбар поставить, не знаю, куда-нибудь. Просто для каких-то рандомных нужд. Я просто, по-моему, видимо, для ячменя амбар не ставил. Поэтому как-то его автоматически ячмень как-то сюда должны были завозить. А по идее особо это не нужно на самом деле. А почему? Потому что... Так, а что здесь у меня, кстати, произошло? А что здесь квартал отвалился, там опять развился. Интересно, ну ладно. Не обязательно амбары нужны для всяких этих видов продовольствия, например, для ячменя, потому что если мы достаточное количество этих ферм делаем для производства, то у нас просто излишки лежат на ферме и потом потихонечку подтягиваются в процессе года. Вот, поэтому совершенно не обязательно там слишком много этих амбаров строить для всяких конкретных видов ресурсов, только если у нас перепроизводство, мы можем, короче, это все. Ага. Так. Вот с этим мясом здесь что-то реально какая-то это беда происходит. Давайте я наполовину сокращу производство мяса. У него слишком много. А тем временем мы все еще ждем у моря погоды, пока рак на горе свистнет, пока он есть. Так, стали у меня достаточно много уже. У меня стекло медленно закупается. Так, можно, конечно, песок в стекло переплавлять. Вот это лениво. Хотя ладно, давайте поставим еще производство стекла. Мы можем это сделать или нет? Нет, мы не можем. У нас стекольщика нету, мы не можем его строить. Там только закупать можно стекло. Окей, значит, ждем дальше. Эх, надо было заранее закупить там и стекла, и песка, если бы я знал, что нужно для строительства, то это могло бы произойти немножко побыстрее. В общем, будет у меня здесь серия, что вот как это... вся серия по центру здесь какой-то этот вот ботанический сад недостроенный располагается, и, короче, мы за ним следим. Так, здесь, кстати, еще появился автоматон, здесь уже на всех четырех башнях эти автоматоны есть. И, кстати, уже почти, уже сейчас все что должно произойти, какое-то чудо должно произойти, что-то новое должно появиться. Так, это какой 19-й шаг из 31-го. Там главное не проморгать, чтобы это... они его зимой все-таки достроили, а то мне ачивку не дадут. Ачивка — это очень хорошо. Так, так, ага, вот, все, отлично, уже... Какие-то здесь эти здания, зданица. Они, по-моему, здесь вот даже вот эти два здания, они связаны каким-то этим переходиком интересным. Угу, здесь какие-то лавочки, наверное, будут, еще что-нибудь такое. Здесь, наверное, какой-то фонтан будет. Им статуя. Кстати, что вам надо? А, я же совершенно забыл, что вам там еще нужны какие-то эти орнаменты, украшения. Поэтому нам нужна художественная мастерская, даже вот две штуки сделаю. И они из меди и золота делают вот эти вот орнаменты. А, вот, я думаю, кстати, это тогда хорошая идея наших ювелиров подключать нафиг. Так, ну одного мы давайте ювелира отключим. Потом, кстати, на экспорт мы вот это вот продаем. Мы это не будем продавать, чтобы у нас это на свои собственные нужды использовалось. Так, и еще нам нужно, наверное... Так, или нет, давайте обратно включим, просто мы больше шахт медных поставим. Вот еще одна шахта медная. И пока все. То есть у нас медь будет лишняя появляться, чтобы сюда это все завозили, здесь, короче, все производилось. Ох, ну это, видимо, нужно было опять же заранее производить, сейчас нам нужно будет ждать, пока... Пока это все, короче, получится. У нас что-то залежи стали большие. Стали. Залежи стали. Слишком большие стали. Так.
посуда из магазина. Так, здесь она есть, кстати. Давайте здесь ее запретим, чтобы у нас другие кварталы точно не разваливались. Здесь вам нужны травы от лекаря. Здесь вам что надо? Травы от лекаря. Давайте не будем их обеспечивать. А, посуду я запретил лишнюю. А, здесь... О, здесь какое-то золото появилось. И медь появилась. Отлично. Немножко красного, капельку синего. Да, теперь точно пурпурно-оранжевый цвет. У нас уже какие-то... Ага, 300 штук. Они уже успели сделать несколько. Это меня радует. И поэтому скоро мы перейдем на новый уровень. Я очень надеюсь, что в этой серии я успею сюда строить. Ага. И посмотрим мы на этот самый ботанический сад. И достроить его желательно зимой. Так. То есть сейчас у нас все упирается в... О, господи, сколько стали-то. По-моему, я точно ее слишком перепроизвожу. Давайте импорт железа отключим. Вот весь. И вот здесь вот эти вот штуки тоже отключим. Все, стали нам больше не надо. Так, окей. Нам нужно только стекло и орнаменты. Так, сталь как-нибудь там сама рассосется, я надеюсь. Или не рассосется. Короче, непонятно. Надо было гораздо раньше пресечь вот это вот перепроизводство стали. Так, а мы все ждем, когда орнаменты у нас нужное количество будет. 500. Так, вы что там, производите? О, здесь производится. Сейчас у нас что-то новое появится. 600 орнаментов. Ага, чуть-чуть больше автоматонов. То есть, видимо, да, вот пока полоска до конца не заполнится, у нас здесь ничего нового на экране не появится. Так, стекло у нас есть. Может быть, кстати, эти орнаменты можно закупать где-нибудь. Может быть, нам золото закупать и медь. С другой стороны, наверное, эти штуки, они не будут сильно быстрее это все производить. Этому зданию нужна медь. Давайте чуть-чуть золота будем 1200 закупать. А медь кто-нибудь продает, кстати? Так. А медь никто не продает. Так что все не очень хорошо складывается пока. Так что давайте я золото все-таки обратно отключу. Будем как-нибудь на своей тяге дальше развиваться. Так, золото есть лишнее. Меди что-то лишнее не вижу, правда. Может быть, мне тогда отключить одну из посуды этих. Посудоделательных зданий. Так. Чтобы у меня больше меди оставалось лишнее. Требуется медь, требуется золото. Золото есть, хорошо, медь только вот не всем хватает. Рыбу, что-то у нас опять дикое перепроизводство. Может быть, нам рыбу продавать тогда? Давайте 2400 будем продавать. Видимо, из-за того, что у меня кварталы не по полной развиты, она не вся съедается. Так, а в остальном здесь что? У нас мясо опять завались. Хотя вроде его тоже продаю, да ведь? Экспорт мяса, да. Можно еще немножко мяса продавать. 1200. Все, рыбу и мясо куда-то увезли. Видимо, уже продали. Здесь еще залежи рыбы и мяса. В общем, кошмар. Так, у вас что там случилось? А театр у них не дошел? Нет, у них не только театр не дошел. У них алкоголь закончился. Вот так вот я понимаю, да. И сейчас он обратно появился. В общем, алкоголь это да, это тоже вещь, за которой следовало бы следить. Но вроде пока все нормально, все. Балансирует. И мы ждем орнаменты, украшения, что там, медь, золото. Давайте. Производите. Так. Ага, всю сталь сюда передислоцировали. Здесь почему-то стали уже нету. Да, она исчезла. У меня много стекла.
мне нужно временно прекратить закупку стекла, потом, когда она понадобится, а оно, стекло, понадобится, тогда можно будет уже дальше что-то делать, то сейчас он упирается в производство этих самых орнаментов. Так, ну они что-то производят, конечно. Хотелось бы не так долго ждать. Так, и кстати, сейчас у нас уже лето. 27 шаг, 28 шаг. Так, стекло сейчас завезут. Мне главное это не пропустить, чтобы это все зимой достроилось. Так. Так, я, знаете, я очень не хочу пропустить. Давайте я сделаю сохранение. Так, это у нас будет наша 15-я миссия. И здесь вот 3. То есть нет, я пока не заканчиваю миссию, я просто сохранюсь для того, чтобы не проморгать. Так, сейчас у нас уже началась зима. Так. Зима. Зима, зима. Ля-ля-ля-ля. Что там было? Так. Так, так. Так, так, все. Мы пока приостановим до следующей зимы. Потому что вроде как уже все построилось. Так, я пока приостановил. А для дальнейшего развития нам нужно больше этих орнаментов. Орнаменты у нас произведутся. Они, по-моему, даже где-то лежат уже. Где они лежат? Вот они внизу лежат. 600 штук, нормально. Так... То есть бы, возможно, совсем чуть-чуть бы, ну, короче, он бы уже, наверное, достроился. По-моему, сейчас у меня уже всех ресурсов хватает, хотя фиг знает, не знаю. Так, осень. Брюмайер. Так, почему я не могу это в таком состоянии экраном двигать? Интересно, ну ладно. Так, все. Ага. Шаг 30 из 31, у нас зима, и что же будет? Что же будет? Ну, отлично, у нас уже что-то построилось, ботанический сад готов. Вот у нас дерево, которое там у нас макет был. Это что за страусы? Не, давайте рассмотрим, прям интересно. Так... Так. Так, ну страусы, конечно, интересно. Так, это что? Это какой-то дракона-бегемот или еще что-нибудь такое. Так, здесь у нас какая-то черепаха. Здесь у нас какие-то люди находятся. И, кстати, у меня там есть одна еще очень интересная ачивка, которая дается то, что мы этот монумент построим и снесем его. Отлично. Мне дали ачивку. Так, ну... Ладно. Так, давайте я тогда нажму выход. У меня все равно засчиталось. Ну, даже если бы не засчиталось, я бы загрузил бы сохранение и все бы это обратно бы достроил. Победа. Что за чудесное место. Я очень рада переехать сюда. Не понимаю, как монархи хотят провести всю свою жизнь в Старинхолле. Конечно, столица очень красивый город, но Айвенхейм по-своему пленителен. Как же я надеюсь, что найду такого же градостроителя, как вы. Хотя есть один на примете из Тейгизика. Мне нужно туда когда-нибудь съездить, но сейчас я хочу, чтобы вы уделили внимание этой области перед тем, как двигаться дальше. Наконец, Эллен может выйти на пенсию империи в надежных руках. Многие люди поговаривали, что промышленной революции пришел конец. Однако теперь, благодаря императрице Виктории, все снова в деле. Впереди Лейсис ждет светлое будущее. 30 тысяч очков. Я не припомню, чтобы я такого получал. За что мне столько дали? За время, за население, очки за деньги. Может быть, можно очень большой счет получать за большое количество денег. То есть их можно так копить, там полмиллиона накопить. И, короче, получить много очков. Ну ладно. Монумент достроен, потом он успешно снесен. И следующий город у нас Эленпорт.
которым будем строить в следующей серии. А на этом я данную серию закончу. Всем спасибо за внимание и до следующей серии. Всем пока.